добрый вечер. В эфире первый выпуск интерактивного ток-шоу «Prime Time». Я ее ведущая Лия Никифорова. Хотела вам напомнить о том, что наши зрители могут присоединиться к нам по скайпу во второй половине передачи. Адрес скайпа вы найдете на страничке нашей передачи. Можете задать свои вопросы нашему гостю. А у нас сегодня в гостях Валерий Анатольевич Лецкай, экс-глава МИДа непризнанной Приднестровской республики и бессменный глава группы переговорщиков на протяжении 20 лет, группы переговоров между Тирасполем и Кишиневом. Добрый вечер, Валерий Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие зрители. Я очень рад приветствовать всех, кто смотрит сейчас нашу передачу. Очень хотел бы поблагодарить организаторов этой передачи, потому что очень много говорится о том, что представители правого, левого берегов должны встречаться, должны искать компромиссы и так далее. Но практически никто для этого ничего не делал. И вот последние несколько лет никакой возможности обратиться к зрителям Кишинева не было. И вот я очень рад, очень благодарен организаторам. Надеюсь, что встреча это будет интересной и полезной для всех. Я тоже надеюсь. Как вы добрались? Были ли какие-то? Нормально, нет. Сегодня воскресенье, трасса очень пуста. А посты? Один пост есть. Один пост есть на границе. Он существовал ранее и существует сейчас. И наш шофер из Кишинева должен был пройти регистрацию. Но очереди нет. Воскресенье. Ясно. Согласно нашему формату, наш гость выбирает себе в качестве визави эксперта из нашего открытого доступного списка. И сегодня Валерий Анатольевич выбрал господина Реницу. Мы его ожидаем. Минут через 15-20 можете увидеть и господина Реницу. В начале нашей передачи, перед тем, как начать обсуждать главную тему, которая всех интересует, естественно, процесс переговоров, эволюция ситуации, тенденции и перспективы, я хотела бы вам предложить выбрать одну тему, которой вы сегодня здесь не можете касаться. В области общественно-политических проблем у меня нет ни одной темы, которую я не готов был бы обсуждать. То есть 20 лет беспрерывных дискуссий – это хорошая школа, дает возможность отвечать практически на все. Я не могу представить вопросы, на которые я бы отказался отвечать. Очень хорошо. Вот вы говорили о том, что мало что делается, или, может быть, не столько, сколько хотелось бы для сближения двух берегов. Вы когда-то жили в Кишиневе, насколько я знаю, почти 10 лет. Да. Как это было тогда? И как вы сейчас воспринимаете Кишинев? Неспокойные 90-е годы, когда вы находились здесь, вы были преподавателем в госуниверситете. Вы знали тех политиков, какими они были, как они становились. Вы практически наблюдали за их становлением политическим. Многие из них сейчас у нас здесь, в Кишиневе, во власти. Многие из аналитиков говорят сейчас, что в Молдову вернулись 90-е годы, включая этих политиков тоже. Вот на ваш взгляд? Видите ли, если бы 25 лет назад, там, в году 85-м, когда я работал в университете, мне бы кто-то сказал, что Республика Молдова расколется на части, что у нас будут 2-3 государства, что у нас будут напряженные отношения, военные столкновения и так далее, я бы счел этого человека, ну, скажем так, полусумасшедшим фантазером. Мне было, не видно было ни малейших оснований для таких тяжелых для людей событий. И Кишинев тогда был очень тихий, мирный город. Не было никаких межнациональных столкновений. Я бывал в разных городах, скажем, по сравнению с Баку и Тбилиси. Кишинев был намного более спокойный в отношении между нациями и городом. Вот. И, скажем так, то, что произошло, было большой-большой неожиданностью. Но оно произошло. Предпосылок никаких не было? Как это неожиданность? Вот жили все скажем мирно, так, люди нашего дружно. Поколения не видели. Мы, например, молодые историки, имели разные взгляды, но представить, что мы будем враждовать как политики или руководители разных ведомств, было никак нельзя. Вот. Я считаю следующее.
Да, закономерно было появление перестройки. Да, закономерен был процесс национального возрождения. И вот эти процессы, начавшись, очень много зависело от конкретных людей. Это как управление машиной. Машина не виновата. Водитель или хороший, или плохой. К сожалению, наша политическая культура в том обществе, в котором мы жили, она была чрезвычайно низкой. Искусство компромисса у нас фактически отсутствовало. А зато стремление добиться своих целей, своих идеалов было абсолютным. Я должен добиться и на правом берегу вперед. Мы должны добиться на левом берегу, и мы тоже вперед. Вот эти две волны начали сталкиваться в самой острой форме. А компромиссов мы найти не смогли. Это беда нашего поколения. Мы даже и сейчас, оставаясь даже в хороших личных отношениях, политических компромиссов найти не можем, не умеем. То есть не способны, не готовы почему? Нет соответствующего уровня культуры, о которой вы говорили, что ее не было 20 лет назад. Она и сейчас не появилась. Она и сейчас не появилась, и поэтому приходит уже вторая, третья волна переговорщиков, и они также буксуют на месте. И просвета не видно. Что касается вот сейчас возвращения в начало 90-х, то, к сожалению, есть такая закономерность больших волн, что одно поколение путем тяжелых ошибок и испытаний приобретает определенный политический опыт. Оно не допускает уже многих действий, которые они считают ошибочными. Это правда. Но растет новое поколение. Оно не получает никакого политического опыта или завещания. Есть острое желание у нового поколения на своих собственных лбах проверить, как говорится, на что они способны, что можно сделать, а чего нельзя. И вот эта молодежь начинает идти вперед, к сожалению. Ну, вот, может быть, существует такая необходимость говорить больше о том, что произошло тогда, в 90-х, начало 90-х годов. Вот вы что об этом помните? Ну, вот практически вот так. Все говорят, да надо бы. А вот у нас нет ни единого форума. Ни единого форума постоянно действующего правого и левого берегов за 20 лет не создано. Ну, скажем так, вот выступления в Кишиневе есть очень много телеканалов. Ни единых выступлений нет, нет и нет. Не встречаются практически не только, скажем, политики, но и просто гуманитарии. Это редкость, чтобы они встретились, обменялись. Обращение к молодежи. Хорошо, можно было бы встретиться, рассказать, но этого никто не делает. И не делает года в год, из года в год. Ну, давайте вот вы нам сейчас расскажите, как это было вот тогда, как это начиналось фактически. Это была война, это был военный вооруженный конфликт, на ваш взгляд. Как оно начиналось? Военная фаза конфликта была уже существенно, скажем, на поздней стадии развития конфронтации. Это поздняя очень фаза. Где-то года через три мы докатились до вооруженных действий. А политический конфликт с чего он начался? Политический конфликт начался с закона о языках. Это хорошо помню. Я помню, как у нас было собрание на факультете. И на факультете у нас очень дружный был коллектив разных национальностей. Я выступил, сказал, если закон о языках будет приниматься в такой редакции, Республика Молдова расколется на три части. Мне коллеги сказали, это невозможно. Я говорю, это не просто возможно, это будет. Так оно и случилось. Ведь сам по себе язык – это совершенно нейтральное средство культурного общения. Но, в принципе, из каждого, с каждой вещи, с каждого предмета можно сделать оружие. В данном случае язык превратился в политическое оружие. И пошло. То есть язык превратился в средство оружия одной группы политиков против другой группы. И началась борьба. Она могла начаться с любого другого предмета. Но началась с языка. И пошло. Из языка вытекала кадровая чистка. Из кадровой чистки вытекало формирование двух структур. Еще не было даже государств, просто политических структур, которые не признавали компромисса. Не признавали компромисса. Потом потянулось применение силы. Сначала в виде кулаков и палок. Потом появилось легкое оружие. Оружие начали практически сразу применять. Причем это не было какой-то командой какого-то политика.
Просто если сотни, тысячи возбужденных людей, волонтеров стоят друг против друга с палками, через некоторое время раздаются выстрелы. И вот это все прошло, дошло до высокой степени конфликта. И после этого конфликта мы до сих пор наладить нормальные отношения не смогли. И, к сожалению, у нас уже выросло целое поколение, которое тогда в 90-х были маленькими детьми, и они практически не жили в единой стране, в целостном государстве. Ну, вот тогда, в начале... Да, мы последнее поколение, которое жили в едином государстве и в едином обществе. Вот мои сыновья, например, у меня два сына, они даже не представляют, что для них Кишинев где-то находится на уровне Варшавы, в лучшем случае. Они не понимают, как там жить, как там люди живут, какие у них традиции. Общение было сведено к нулю. И для них это просто чужая страна. Я так думаю и здешним людям. Приднестровье — это далекая какая-то незнакомая страна. И мне это напоминает следующий сюжет. Вот образуется овраг. Так? Сначала это небольшая такая ямка. Если с ней ничего не делать, овраг углубляется. То есть механизм дезинтеграции пошел на самовоспроизводство. Политики каждой стороны бегают по сторонам оврага. Иногда ругаются, иногда цветочки сажают там на своем берегу. Но они не в состоянии остановить процесс дезинтеграции. А кто в состоянии? На ваш взгляд. Видите ли, этот овраг, это рассекает все общество. Только если какому-нибудь политику удастся объединить все общество в интегративных аспектах, тогда можно надеяться на успех. Я могу сказать, что в Германии, например, когда с точной западной Германии очень разные уже к тому времени регионы начали интегрироваться, то это было желание всего общества, и политиков, и деятелей культуры, и дипломатов, все понемножку что-то делали. И процесс длительный, но он неуклонно идет. Нет сомнения, что это будет единая Германия. Так, с минимальными различиями через еще, может, лет 10. Но стараются все. И церковь. Ну, все. А у нас недостаточный вклад кого? Общество, граждан? А никто ничего не делает. Никто ровно счетом ничего не делает. Работают небольшая группа дипломатов, небольшая группа политиков. Все. Это нынешнее состояние переговоров. Это настоящее не состояние только переговоров. Переговорщики как раз встречаются. Но все остальные элементы общества разрознены. И не видно, когда же они наконец начнут как-то соединяться. Вот вы говорили о том, что ваши сыновья, как они воспринимают Тирасполь, как они воспринимают Кишинев. Есть некоторые люди, которые не воспринимают левую часть, левый берег Днестра как часть этой страны, да, но вот само название это Приднестровье. Вот, да. Я, допустим, которая в 90-м году только в школу пошла, до этого даже не слышала о таком понятии, как Приднестровье. Откуда оно взялось? И не только я, даже все остальные люди. Сейчас это как-то воспринимается как нечто само собой разумеется. Вот откуда это название пошло для этого региона? Ну, было два термина, исторических два термина. Первый термин – Транснистрия. Поэтому не надо говорить, что здесь никто не знал, что такое Транснистрия. Транснистрия – это 20-е, 30-е, 40-е годы. Здесь, в Кишиневе, когда были румыны, прекрасно знали, что такое Транснистрия. Это была государственная цель Великой Румынии и так далее. Как появилась возможность в войну, они Транснистрию создали. То есть румыны создали Транснистрию? Да, они создали провинцию Транснистрия. Центр был в Тирасполе, а потом в Одессе. И они 3 года Транснистрию управляли. А вот нынешний географический... Мы же взяли Приднестровье. Это термин чисто географический. Так же, как есть Приднепровье, там, Придунавье и Приднестровье. Связано с тем, что у нас были, скажем, части Приднестровского, и на левом, и на правом берегу. То есть у нас основная часть, но у нас есть Бендеры на правом берегу, еще несколько сел, и поэтому мы назвали правый и левый берег, объединили в термине Приднестровье, слева и справа берегов.
Ну вот даже в Белгород-Днестровске уже на Украине существует газета. Это же далеко, это не Рыбница. Да, это Приднестровье, но мы тогда пошли, скажем, на определенный риск, наверное, да? Мы назвали Приднестровская Молдавская Республика. И Белгород-Днестровский может быть в Приднестровье, но не молдавский. Понимаете? Мы пошли, да, что вот мы воюем, скажем, с националистами, республика у нас молдавская с самого начала. И вот эта молдавская выделяет нас от украинских частей Приднестровья. Очень хорошо выделяет. Вы до сих пор надеетесь на формирование независимого государства? Молдавского, Приднестровского? Видите ли, что такое надеяться? Надежды идут, потому что Советский Союз распался против всех законов истории и против международного права. Он просто так раз и распался. И признание в то время, независимость, получили всех толпой. Из них были три почти европейские страны Прибалты. Так? Были страны, ну, скажем, типа Белоруссии, которые не европейские, но имели достаточно стабильное управление, все нормально. Потом пошли страны, которые имели вооруженные конфликты на своей территории. И Азербайджан, и Грузия, в которой два конфликта, и Молдова. Все въехали в признание. Хотя это запрещено, пока не урегулирован конфликт. Въехал даже Таджикистан, в котором вообще не было власти. Шла гражданская война. Не было ни президента, ни правительства, ни парламента, ничего. А в Парбиеве их приняли в ООН. Они только через 3 года кто-то победил, там Рахмонов, и смогли занять свои кресла. Это было такое вот влияние. Теперь мы не можем попасть под такую счастливую волну. Мы или построим себе независимость снизу вверх, вплоть до дипломатического признания, или не сможем это сделать. Есть очень много стран, которые не смогли построить. Есть многие страны, которые неуклонно построили сверху вниз все. Потому что нельзя называть полной независимостью наличие послов в своей стране. У нас есть, могут оказаться 2-3 посла. Ну, и что это дает для страны? Это дает не так уж много. Ну, я был. Вот сейчас, уже через 3 года после Абхазии, Осетии, вот их признали. И многое улучшилось, так сказать. Они стали счастливыми. Первые полгода, да. Сейчас вот у них другие проблемы. Да, у нас сидит российский посол. А вот у них проблемы, как построить дома, как провести газ. Вот это о них мучает. В этом отношении дипломатическое признание – это просто последний заключительный акт. Даже не самый важный. И вот эту независимость нам еще предстоит строить и строить. Мы еще очень далеко от надежного основы. Так как вы коснулись темы послов, вот в Тирасполе все поговаривали, что собирались открывать российское посольство. На каком сейчас этапе? Консульство, простите, российское консульство. На каком сейчас этапе? Что мешает это? Ну, это чисто политический вопрос. Даже не дипломатический, не юридический, а уже чисто политический вопрос, который многим, как говорится, дипломатам солидных государств просто непонятен. В чем стоит вопрос? Если мы часть Республики Молдова, юридически, то консульство у нас может открыться без всяких ограничений. Вот и все. Если мы не часть Молдовы, конечно, консульство быть не может. Второй сюжет. У нас очень много граждан Российской Федерации. По международному праву, если там живет какая-то компактная группа граждан, должен быть консульский пункт, который обеспечивает их жизнь, паспорта и прочие вопросы. Ну так вот, уже, наверное, лет 7 в Тирасполе работает так называемый выездной консульский пункт. Значит, несколько дней в неделю стоит солидное здание, вывески, все, там офис. Там работают консульские сотрудники Российской Федерации, наверное, человек 20 наших вольнонаемных. Толпятся граждане Российской Федерации, кто паспорта получает, кто наследство. То есть работа вся идет. Иногда она идет активно, иногда нет. Поэтому, если будет решение, нам осталось немножко вывеску подкорректировать, там, что она работает не 5 дней в неделю, а 7. Но политики говорят, это начало международного признания. Во всем мире открываются консульства, и ни одного случая не было, чтобы консульство явилось началом признания.
Что если признают, то и без консульств признают. Знаете, Абхазию признали, и не было консульства, признали. Поэтому консульство – это технический элемент. Просто есть серьезные политики, которые не боятся выпускать ручку управления из рук. Выпустил, и самолет еще не спикировал, нет. А есть, которые вцепятся вот так и держатся. Не отпущу, не дам консульство открыть. Но тебе же подтверждение, что территориальной целостности все равно не дам. А вдруг они что-нибудь из этого сделают. Не знаю, в Одессе 12 консульств, если не больше. Ничего пока не случилось. Вот вы так настаиваете на том, что, возможно, будет дипломатическое признание как апогеем построений независимого государства. Там многие люди считают это вообще утопическим. Предлагаю вам пообщаться на эту тему с экспертом, который вы выбрали. Это, в нашу студию сейчас придет к нам присоединиться эксперт Валерий Реницы. Буквально через пару секунд. И мы продолжим обсуждать с нашим экспертом в студии. Мы вернулись в студию. У нас в гостях Валерий Анатольевич Лицкай и эксперт, которого пригласил наш гость. Это Валерий Реницы, военный корреспондент в начале 90-х годов. Я думаю, что у этих людей есть о чем поговорить, которые тогда были по разные стороны, так сказать. Вы были в кабинетах, а вы были... Нет, я тоже был военный корреспондент. Вы тоже были? Я был пресс-секретарем. Я тоже наездился. Да. Так что мы тогда общались часто, потому что... Общались часто. Я бы не сказал, что мы были по разные стороны баррикад, так как я работал на радио «Свобода», и у нас были требования жесткие к объективности. Ну, если сейчас честно признаться, то, конечно, тогда я был на много еще моложе, и... То, что я жил в Кишиневе, то, что я встречался с молдавскими политиками, то, что дом мой, когда я возвращался с поля брани, был не в Тирасполе, а в Кишиневе, тоже многое определяло в том, что я говорил и как говорил. Так что уже где-то во второй половине конфликта военного, я имею в виду, то Радио Свобода все-таки решилась на то, что нужен корреспондент и в Тирасполе. Я, в общем-то, так подумывал, когда собирался на эту передачу, насколько продуктивно для такого типа передачи может быть мое сегодняшнее настроение. Потому что если тогда я не испытывал, скажем, к господину Лицкаю, вообще к Тирасполю, к людям, которые там живут, никакого негативного отношения, то сейчас... После стольких лет, то есть у меня нету таких мыслей или такого настроения, которое бы завязало какую-то интригу, что ли, которая была бы очень интересна. Я всегда в передаче должна быть интрига. Я ознакомился с последним интервью Валерия Анатольевича в «Коммерсанте». И я думаю, что... Вот это опытный человек, который смог человеческим языком объяснить многое, которое сегодня и объяснимо, и необъяснимо. Просто когда говорят дипломаты, мало что понимаешь. А когда вот человек уже переводит это, как он говорит, с дипломатического на русский,
то очень многое для меня вот сейчас, который я не считаю, в общем-то, себя экспертом в приднестровском вопросе, я просто журналист, но многое для меня тоже стало понятно. А понял я главное вот что в этом последнем интервью. Я понял, что как бы мы не хотели, как бы не хотели люди с обеих берегов сделать общее государство, есть вещи, неумолимые вещи, объективные, которые мешают и которые от нас не зависят. Какие именно? И от кого зависят? Вот это и есть тот геополитический баланс, о котором говорит господин Лицкай. То есть, к сожалению, линия раздела геополитических пространств, в котором мы живем, живет Кишинев и живет Тирасполь, эта линия разрыва проходит по границе Днестра. И как бы мы ни пытались делать хорошую мину при плохой игре, не получается, потому что есть люди, державы, факторы влияния, которые сильнее нас. Ну вот вы говорите, что сейчас, вот Валерий Анатольевич сказал, что сейчас просвета не видит, вы тоже пессимистически к этому относитесь. А вот 10 лет назад, чуть меньше, чем 10 лет назад, в 2003 году, меморандум Козака, который сейчас считают все чуть ли не самым важным документом, который мог что-то изменить. Вот на ваш взгляд, если бы подписали тогда этот меморандум, мы бы сейчас жили в едином государстве, в единой Молдове? Без сомнения. Да? Там в 2006 году уже были объединенные выборы на всей территории. Федерального парламента и федерального президента. Там в 2006 году обозначены были оба выборы. А общий срок 15 лет, уже прошло 10. Я могу сказать следующее. Мы когда встретились первый раз с дипломатами Молдовы на переговорах, это был 1994 год, первая встреча с Республикой Молдовы, экспертом руководил Николай Ясмакеску. Президенты вели свою работу, а нам поручили подготовить первое совместное заявление. И мы сразу же уперлись в оценку вооруженного конфликта. Как его оценить? Понимаете? Потому что от этого зависело все дальнейшие шаги. Только что он закончился. И вот мы с ним нашли, он просто сказал очень большую фразу. И мы так записали, это был первый официальный документ, подписанный сторонами, что произошла трагедия. Не агрессоры, не мы, не те виноваты, не эти. Потому что если мы пойдем таким путем, мы не сможем подписать ни одного документа. Там написано, что произошла трагедия, которая привела к огромным жертвам и так далее. Для преодоления трагедии нужны вот такие-то шаги. Вот суть заявления мы подписали, пошли. Пришли к московскому меморандуму, пришли к плану Козака и так далее. Я был во всех конфликтах, которые существуют в СНГ, и могу сравнивать. И мы четко выделяются три группы конфликтов. Первая группа конфликтов – это которые были в Прибалтике, как я их называю, цивилизованные конфликты, европейские конфликты, потому что там все ограничилось политической борьбой, очень жесткой политической борьбой. И вот они их сравнительно быстро урегулировали. Потом на другом краю находятся конфликты Кавказа. Посредине мы. Мы не Прибалтика. К сожалению, мы доигрались до кровопролития. Вот это пролитие крови, эти жертвы отграничили нас от европейской системы решения конфликтов. Так. Тем не менее, на Кавказе есть другая, еще более худшая ситуация. Они доигрались до этнических чисток. Вот то, чего Бог нас миловал. Там сотни тысяч людей других национальностей изгнаны из своих мест. Поэтому там конфликт практически нерешаемый. Мы же, как говорят летчики, еще не прошли точку невозврата. Понимаете? Мы не прошли. Мы умудрились остановиться на краю. У нас нет беженцев, нет этнических чисток. Вследствие этого у нас нет междунациональной ненависти. Так? Вот мы остановились на этом краю. У нас есть проблеск надежды. По крайней мере, в обозримом будущем. На Кавказе все. Там на 100 лет вперед нерешаемые конфликты. В
качестве модели регулирования, вот вы говорили про план КОЗАК, существует очень много планов, которые частично могут быть применимы к нам, а вот меморандум Примакова, о котором многие забыли, если его вот реанимировать сейчас, насколько вероятны какие-то правильные шаги, перспективные, результативные, на ваш взгляд? Я вам скажу следующее. Мы, как эксперты, эксперты Молдовы, эксперты Приднестровья, за 15 лет переговоров посетили и перебрали все модели, которые есть в Европе. И на ваш взгляд, вот я вам одно скажу, модель? Что это приблизительно как выбирать машину в огромной выставке. И та хороша, и та хороша, и та еще лучше, и та лучше. От этого зависит? Нет. Нет модели, все зависят. Более того, мы видели, как решаются конфликты в Европе. Они не начинали с разработки идеальной модели на 100 страниц. Начинали с каких-то простых базовых вещей, а потом развивали в то направление, которое нужно. А вы видите единую Молдову? Или так вот, у нас сейчас есть группа людей, которые не хотят урегулирования ни в какой форме. Хоть в золотой, хоть на 1000 страниц, хоть там бронзовый. Эти группы людей тесно связаны с конфликтом. Живут с него. Богатеют. Они на обеих берегах есть. Они делают все возможное, чтобы самые наилучшие модели и здесь рушились. Плюс еще, вот как говорит мой коллега, есть неблагоприятный, не очень благоприятный геополитический фон. И когда все это соединяется, мы имеем то, что мы имеем. Когда вы говорите о группе людей, вы имеете в виду каких-то конкретных политиков, должностных лиц? Кого? Персонально. Персонально. Да. Ну вот возьмите Гымпу, вот вы увидите, кто против объединения. Он против. Он идейный противник объединения, потому что он хочет соединиться с Румынией. А мы мешаем. Мы мешаем, потому что мы не даем провести чистую, говорится, объединение, чистую унию. Что с нами делать? Румыны не знают, никто не знает. Вот они говорят, отрубить, соединиться, а они пусть делают, что хотят. Ну, понятно. Но это просто наиболее ярко выраженный тип политики, самый открытый, откровенный. Ну, есть много народу, которые на словах что-то говорят неопределенное, а на практике торпедируют и торпедируют и торпедируют. Вот наш, как говорится, старый эксперт Карпов, да, Джим Карпов, когда его вызвали на отчет в парламент, да? Ох, сколько народу там его атаковало. По малейшим там вопросам, где он пытался найти компромиссы на переговорах, его очень-очень жестко критиковали и, как называется, ограничивали. И это не был 1-2 депутата. Много их было. Вот я думаю, господин Реница еще может многое сказать по этому поводу, особенно включая сегодняшних даже событий, вот эти марши унионистов, которые у нас проходят. Как вы считаете, они способствуют мерам урегулирования, сближения? Ну, они, конечно, не способствуют. Это делается, это элементарные вещи, которые уже понимают обыватели, что таким образом не добьешься не то, что объединение с Приднестровьем, но простого мира в Молдове. Потому что эти конфликты уже беспокоят массу людей. И это не случайно их беспокоит, потому что то, что было в Кагуле, то, что было в Бельцах, это уже кое о чем говорит. А говорит это о том, что есть уже какая-то масса людей определенная, у которой есть имена, и которые получают за свою работу деньги, и которые технически осуществляют потихоньку, тихой сапой, переворот в Молдове. В том смысле переворот в том, что ценности, которые большой массой не воспринимаются, они насаждаются. Идет планомерная ориентация молодых людей на ценности соседней страны и так далее и тому подобное. А как это видится из Тирасполя, вот эти марши? Как воспринимаются? Это дежавю. Мы все это видели в начале 90-х.
Здесь буквально в смысле, когда вот Александр Машанов опять во главе, я себе молодею на 20 лет. Боже мой. Это все было. Все было, было и было. Вот мое отношение к ним. Это идейные люди. Это без сомнения люди, у которых есть идеи, так, и которые они высказываются. Проблема не в том, что у них есть идея. Проблема в том, что они начинают всех, кто с этой идеей не согласна, просто подавлять. Вот они тысячами идут по улицам, вот они размахивают, кричат. Все это было. Закончилось вот под Бендером. Все это кончилось вооруженным столкновением. Почему? Потому что те люди, которые не согласны с этой идеей и не могут найти каких-то механизмов нормального политического, как говорится, противостояния дискуссии, вынуждены тоже собираться в такие колонны тысячами и тоже кричать и махать руками и палками. Через короткое время это приходит в вооруженную фазу, и мы все это прошли. Вы допускаете, что это может сейчас вылиться в вооруженную фазу? Ну вот лежит солома, вы полили бензином, потом вы так задумчиво чиркаете спичками. Что ж тут думать? Есть законы. Если вы делаете таким путем, если вы идете на навязывание силой своих идей, ну поставьте на референдум свою идею и получите реальную, как говорится, европейски признанную ситуацию. То есть вот есть идея, она пользуется поддержкой, пройдет, не пройдет, надо примиряться с результатом. Ну а если ее втискивать силой, то сила определенное время столкнется на другую силу. У нас она столкнулась. Вот, например, в Бельцах люди волнуются. Придут унионисты, не придут. А в Тирасполе не волнуются. Они совершенно уверены, что никакие унионисты не придут. А вот вы говорите о референдумах. Вот у нас сейчас стала очень популярна идея таможенного союза. Господин Реницы, как вы думаете, каковы шансы, что этот референдум может пройти? А вот к вам вопрос, как смотрят граждане, жители Приднестровья на идею вхождения в таможенный союз? Ну, мы говорили, или господин Лицкай говорил тут о нашей политической культуре. То есть у нас сейчас такой уровень политической культуры, что если нам очень хочется, то мы можем выглядеть европейцами, ну а если не хочется, то мы самые такие стойкие азиаты, какие на самом деле и есть. Поэтому я не верю, что при этой власти пройдет какой-то референдум по таможенному союзу. Потому что идея просто наверху не воспринимается. По этой идее уже высказался президент. Я уже не говорю о господине Гимпу, потому что это признак, когда он что-то говорит. Так оно и случается, в конце концов. Он ярко выраженный представитель этих идей и унионистской, и идеи разрыва Молдовы по Поднестру, потому что и в первом случае, в 92-м году, и сейчас, то есть путь, который видят они, это один. То есть нужна... Это спички, солома и бензин, да? Словами тоже господина Лицкая. Просто это новое поколение. Нужна вспышка. Занимается тем же самым делом. И те сыпали спички, и те разливали бензин, и доигрались. В 91-м тоже подливали бензин. Да, все это делали уже, все в такой же форме, так оно пришло. Как? Скажи. Ну, начиналась массовая демонстрация, потом побиение наших депутатов, потом столкновение на мостах палками. Сходятся там на мостах по 100-200 человек, скажем, волонтеры с нашими рабочими комитетами, оружия еще нет, но дерутся палками. Хорошо, подрались первые побитые. Потом кого-то хватило ума достать, купить автомат и пальнуть с автомата. С другой стороны, пальнули. И пошло. Мы 7 раз объявляли прекращение огня, и оно спонтанно начиналось по всей дуге. Кто давал команду? Никто не дал команду. Все время уже говорили о какой-то третьей силе. Никакой третьей силы не было. Это просто были люди, которые от отчаяния сходили буквально с ума. И им казалось очень просто. Взял и стрельнул. Потом пришлось, вот мы сидели уже 2 комиссии с обеих берегов, имели одну задачу
не прекратить огонь не могли, пока на дистанцию выстрела их не развели миротворцы. Вот только тогда огонь прекратился. Кто-то же был заинтересован в том, чтобы это напряжение накалялось только. Гражданская война – это самоорганизующийся, самовоспроводящийся процесс. Там могут быть инициаторы, но потом, когда уже вспыхнуло, уже все, авторов уже нет. Так были же соглашения какие-то, вот до этого было же принято парламентом какое-то решение, да? Было, вы же говорили даже в интервью. Да, ну было, да. Ну, я не знаю, там за месяц или не знаю, за сколько до начала конфликта. Целый автобус парламентариев из Кишинева беспрепятственно пошел туда договариваться, говорить о мирных целях. И этих людей можно было понять. Они действительно так думали. Просто они не видели в корне, какая ситуация. А тогда ситуация динамично менялась и в худшую сторону. А вот в вашем интервью вы сказали, что вооруженный конфликт, он вспыхнул буквально за ночь, причем неожиданно. Не пошли. Расскажите, что было перед этим, какое соглашение? Я лицо заинтересованное, есть мемуары, к счастью, все руководители вооруженных сил Молдовы в то время написали мемуары. Некоторые вот такого объема, как господин Косташ. Там, вплоть до документов, все детально расписано и показано. Есть и схемы, и прочее. И прочитать там все ясно. Правда, публика не очень рвется читать толстые мемуары. Но там показано, невозможно две бригады за один час развернуть и бросить в бой. Понимаете? То есть, если бы приехал какой-нибудь рота полицейских из Кишинева урегулировать ситуацию там, столкновения в типографии, ну, это понятно, приехал рота полицейских. Из этого войны не сделаешь. Но когда идет массированное вторжение вооруженных сил, когда резервисты в новенькой необмятой форме вваливаются в Кишинев, это же вооруженные силы, это же резервисты, они же не из села вышли, не из полиции приехали. Да, это был штурм, и понятен смысл этого штурма. Отрезать бендеры и хватит, живите как хотите. Великая Румыния кончается по Днестру. Все было ясно, они закопались на мосту, поставили пушки и не двинулись вперед никуда. Еще раз говорю, что они могли ворваться и в паркан, и дойти до Тирасполя. Там не было, в сущности, готовых вооруженных сил. По имя чего? Ради чего? На имя Великой Румынии. Великая Румыния кончается в Бендерах. Это святой лозунг. Были волонтеры, с которыми удавалось говорить, идейные романисты. Они так четко и ясно объясняли, что, ну, вот как большевики в 17-м году. Дайте бендеры, идите куда хотите. Но это наш город, это наша граница и так далее, и так далее. Это идейные люди, они пошли в волонтеры, взяли оружие вот за эту идею. Все же, вот вы упоминали как-то о том, что существовало решение парламента, мирное. Они утвердили, парламент не решал. Он утвердил уже подписанный, сделанный межправительственным там, на уровне приставов протокол. Когда? Он был в апреле. Уже создан, и он уже был реализован в мае. А в июне? А в июне началась война. Просто парламент утвердил уже существующий механизм, и было договорено, что этот механизм переместится в район Дубасар. И вот в этот момент они атаковали. То есть было соглашение, и да. Буквально там сколько времени прошло, когда меньше они суток. Атаковали? Меньше суток? Ну, они правильно все... Если я могу сказать, что если взять на их точку зрения как идейных людей, они четко поняли, что это их был последний шанс одним рывком все решить. Потому что если механизм распространится по всей зоне до Дубасар, уже какие-то точечные удары будут невозможны. Это было точечное дело, это их был последний шанс. Они к нему изготовились, и шанс, ну, скажем, 50-50 был. Процент на успех был немаленький, 50-50. Они обломались, потерпели жесточайшее поражение, но шансы не использовали. Больше шансов у них не было. Вот уже прошло 20 лет, ни одного шанса нет. А вы тогда почему уехали из Кишинева? Почему я уехал из Кишинева? Я вообще-то тираспольчанин в четвертом поколении. Знаете, вот я конкретно. То есть Тирасполь, четыре поколения. Моего деда репрессировали в 37-м году. Мой отец был в оккупации.
Понимаете? Он Сталина, конечно, очень не любил, потому что репрессировали деда, и он им был, так сказать, поражен в правах, не мог учиться, ничего. Но 3 года румынской оккупации ему хватило, чтобы помчаться в советскую армию, как только она пришла. Он пошел и воевал в полный рост до самого конца. Понимаете? Когда у нас начались все эти события, меня отец спросил, что еще раз? Еще раз. И он пошел, участвовал в рельсовой забастовке. Ему было 70 лет, он пошел участвовать в забастовке. Ну, естественно, что он мне говорил? Своими руками, говорит, за душу, если допустишь. Все. Естественно, у меня не было варианта. Да, я работал в Кишиневе, но мой родной город Тирасполь, моя родня там, и его нужно было защитить любой ценой. Все. Вопрос был решен, и дальше у меня колебаний не было никаких. И таких людей были тысячи. Потому что не только мой отец был в оккупации, много отцов было. Вот вы говорили... Мой класс целиком пошел. Я учился, они были уже солидные мужики. Все пошли волонтерами, 3 погибли в Бендере. Все. Мы говорили о том, как возвращаются 90-е годы. Господин Рениц затронул тему возможных последствий. Вот на этой волне, на волне тех событий, которые сегодня происходят, марш. Вот на ваш взгляд, может ли повториться кровопролитие, вооруженный конфликт? Я думаю, что может. Вот тогда... Если мы вспоминаем начало, которое привело к конфликту, то это все делалось, ну, принято говорить, с попустительства властей. Ну, мы сегодня тоже видим, что да, некоторые группы, в том числе и унионисты, они могут выразить свою точку зрения свободно, так как мы живем-то в таком-то и таком-то обществе. Европейском, когда нам выгодно и так далее. Но ведь власть, ведь специальные структуры, которые занимаются безопасностью государства, значит, людей или группы людей, должно предвидеть, и это очень... Не надо быть специалистом, чтобы понять, что случится, если группа унионистов двинется в Тирасполь или в те же Бельцы. Или даже тот же Кагул, который, где есть очень много русскоговорящих. И люди прекрасно понимают, что уже созданы такие группы, которые могут воспрепятствовать этому в Кишиневе. Но я говорю про партии, которые возглавляют такие люди, как господин Горбуз и другие, которые называют себя государственными. Или господин Шелин, который тоже... называет себя патриотом. Поэтому это нетрудно предвидеть. И вообще, если смотреть объективно, как у нас течет политическая жизнь, то она течет сейчас при стратегическом направлении из Бухареста и течет и подпитывается таким же образом. Потому что мы говорим все время, да, вот с 90-х годов и до сих пор число тех, которые поддерживают прорумынско настроенных партий, где-то колеблется от 6 до 10%, якобы оно не растет. Я бы не согласился, потому что у нас каждый год в Румынию уходит учиться около 5000 молодых людей. И это... И если посчитать то, что у нас учится где-то 15 тысяч, то это уходит самые лучшие. Одни из самых лучших, потому что там условия просто лучше. Там не надо платить за контракт, там тебе дают какую-никакую, но стипендию и обеспечивает общежитие. Что здесь? И еще говорится, что качество учебы, что я не могу сейчас возразить, лучше. Ну и потом они потом получают такие дипломы, с которыми можно... Если остаться в Румынии или идти в любую европейскую страну и устроиться, и как бы изменить себе жизнь в лучшую сторону. Но многие возвращаются обратно, и как только ступают на порог своей любимой родины, Молдовы, спрашивают, почему вы еще не румыны. И вот таким образом, совсем не случайно, у нас теперь правительство возглавляет те, которые ушли где-то в начале 90-х годов, в конце 80-х учиться
в Бухаресте в Ясах. То есть я говорю о вещах обыденных. То есть и все это имеет одно направление, о котором и здесь говорит. Вот был первый конфликт, и может быть второй, потому что я не вижу других политических идей в арсенале того же господина Агимпу. То же самое, что мы слышали в 90-е, в начале 90-х годов. Мы румыны и точка. Поэтому, если арсенал политических идей тот же, а он подразумевает те же механизмы, то нам как бы почти что некуда деться. Поэтому, конечно, я устал говорить о прошлом. И хорошо, что люди, вот когда последний раз встретились, чтобы опять как-то попытаться разрешить этот конфликт, назвали то, что случилось, трагедией, о которой многие уже не знают, что это было. Да и тогда, когда этот конфликт шел, многие не понимали, что происходит. Хотелось бы, очень хотелось говорить о счастливом будущем. Потому что вот объединение этих двух берегов, оно просто меняет страну. До неузнаваемости меняет. Это при объединении получается совсем другой социально-политический климат и очень большая государственная устойчивость. То есть уже эту страну нельзя так дергать, как сегодня дергают. То вправо, то влево, то на восток, то на запад. Насчет будущего у нас вот вопрос по скайпу, пока... Мы напоминаем зрителям, что они могут и позвонить, не только написать нам свои вопросы по скайпу. Вот первый вопрос и к господину Люцкаю, к нашему эксперту, чтобы вы назвали три главных аспекта, которые разделяют правобережье и левобережье, и как они могут быть преодолены. И если говорить не о геополитике, а о людях, вы упоминали закон о языках как начальный пункт раздела. Думаете ли вы, что сейчас русский язык ущемляется на правом берегу Днестра? А мы ждем звонков от наших зрителей по скайпу Prime Time A или Prime Time B. Значит, к сожалению, опять я должен вернуться. Когда мы начинали об изучении этого конфликта, прямо в ходе его пытались анализировать, мы опять поймали три вещи. К сожалению, все три не скорректированы, они существуют сейчас, и опять они гонят новую волну. Первый признак – это идентификация. То есть, кто есть кто. Кто такие приднестровцы, кто такие Молдова, кто такие румыны и так далее. То есть, вот этот вопрос не решен до сейчас. И вот люди в борьбе пытаются определиться. Понимаете, если бы не было войны, я не уверен, что приднестровцы бы себя числили таким уж отдельным народом. Точно так же и здесь этот вопрос не решен. И опять мы, кто есть кто. Мы деремся, сталкиваемся с повязками на глазах. То есть, то, чего в Европе представить себе не могут. Там, если ты немец, француз, француз. И вопросы решаются. Здесь все борются в темную, кроме румын. Румыны, конечно, идентифицированы абсолютно точно. Вся проблема в том, что их меньшинство. Но они пытаются всех остальных подогнать под себя. Вот эта проблема не решена. Второй вопрос. Это собственность. И тогда вопрос раздела заводов, земли и прочее в собственность, это была причина конфликта. Кто захватит? Кишинев или Тирасполь? Кто будет контролировать заводы? Поэтому проблема, мы на переговорах постоянно ставили так называемый нулевой пакт, что переговорные стороны признают состояние собственности на данный момент. И тогда не будет никаких переделов, и люди могут работать спокойно. Республика Молдова категорически отказывается это делать. Все собственники, маленькие, большие, в Приднестровье, находятся в состоянии тревожной обороны. И пока вопрос не решен, они будут защищать свою собственность, в том числе с оружием в руках. Это аксиома. Ну вот те якобы прорывы, о которых сейчас говорят. Ну, прорывы, это то, что называется прорывы, типа как вот зеленкой мазать глубокую язву. Я называю, да, можно помазать. Вот эти причины. Третью я еще не назвал. Потому что есть разные идеальные модели построения государства.
Или это мононациональное государство, или это многонациональное государство. Это разный совершенно образ жизни, разный образ построения государства и его институтов. Это разные идеологии и так далее. Мононациональное, значит, мононациональное. И поэтому здесь люди хотят мононациональное. Придлевцовцы на мононациональную систему категорически, кажется, не согласны. У нас три национальные общины, приблизительно равные по численности. Мы можем жить только при соблюдении межобщинного баланса. Если в Кишиневе будет межобщинный баланс, они для нас будут какими-то понятными людьми. Если будет одна большая нация, и давайте перенесем ее на правый и на левый берег, значит конфликт. Вот конфликт на самой глубины. Понимаете? Это то, что грузины никак не поймут. Почему молдаване Приднестровье воюют против Кишинева? Как это так в вашей армии воюют молдаване Приднестровье? Потому что абхазской армии грузинских солдат представить нельзя. Ни в коем случае. А у нас-то это было. Потому что наши люди понимают жизнь многонациональной общины. Даже молдаване. Здесь же вот если будут ставить идеалом мононациональное государство от президента и вниз там, до премьера, значит тогда все, конфликт имеет причину. И эта причина действует как атомный реактор в Чернобыле. Можно ее закрыть, можно открыть, она действует. Поэтому я считаю, что конфликт не решен по всем трем базовым вещам. И никто не пытается их решить. Ну раз так, значит мы имеем реактор. Но это тем более странно, вот в том ключе, в котором вы объясняете ситуацию, странно, когда говорят о каком-то прорыве между, допустим, в отношениях и достижении каких-то договоренностей между Филатом и Шевчуком, Филатом хорошо, и я сказал, Смирновым. Мы поменяли зеленку на новый европейский крем Фарба. Теперь язву вот эту нерешенную смазываем новым кремом. Это прорыв. Конечно, ну, такие прорыв. Слова, такие термины, как прорыв, они появляются обычно в конфликтной ситуации. Mm-hmm. И обычно, когда не видно никакого прорыва, вот тогда появляется этот термин. Прорыв. Какой прорыв? Что поменяли? Что их сближает тогда? Вот Филата и Смирнова, Филата и Шевчука. Вот, Филата и Смирнова ничего не могло объединять, поэтому забудем. У нас тут были такие громогласные пресс-релизы. Хорошо. Пусть будут пресс-релизы. Дело в том, что когда два больших государственных деятеля осуществляют прорыв, и они потом уходят, этот результат не исчезает. Вот договорился Деголь с Аденауэром об объединении в Евросоюзе, и они ушли, а дело их осталось жить. Вот ушел Смирнов с Филатом, и что они оставили? Где какой-то результат? Ну где? Вот за что зацепиться? Где тот прорыв? Где результат этого прорыва, который работал бы в течение долгого времени? Это была просто персональная, как говорится, симпатия. Она возникла, побыла и исчезла. Сейчас новая волна политиков. У них есть взаимные симпатии. Может быть, у них есть хорошие мысли и планы. К сожалению, политиков ценят по результатам. А могут быть какие-то общие бизнес-интересы? Ну, это приблизительно как вот два соседа по дачам имеют общий интерес высаживать малину. Ну, может быть. Может быть, и личный бизнес. Это не решает общественные проблемы. Никак. Вот вы говорите по результатам. А вот вы в течение 20 лет возглавляли группу переговорщиков. Да. О чем вы жалеете? Чего вы не смогли сделать? Потому что все-таки эти 20 лет ничем не закончились. Мы не смогли реализовать документы. Равный по плану меморандума Козак. Мы его смогли сделать. Как эксперт я могу сказать, что я эксперты Молдовы, мы сделали все, что мы его сделали. Вот это была очень сложная, длинная работа. Мы нашли общий язык, мы смогли его согласовать, мы его положили на бумагу, мы его довели до технологической кондиции. Поэтому, как эксперты, мы, у нас совесть чиста. Это рубили не мы. Вот. Это рубили политики. Я уже писал в интервью. Прежде всего, геополитический фактор рубил. А второе, то, что политики Республики Молдова не смогли устоять в своих намерениях. То есть вот он хотел воронить, хотел искренне. Но бывают политики типа Лукашенко, которые упираются, я не знаю, прямо вот до упора его согнуть очень сложно. Здесь другие политики. Это вся конструкция уехала в шкаф. Но это часть вот из этих 20 лет, это вот часть. А до этого?
Что мешало? Мы создали, подождите, что такое мешало? Во-первых, мы можем легко сравнить конфликт на Кавказе и у нас. И я вам скажу, что мы создали около 170 документов и протоколов. Эта система протоколов позволяет нашим двум, скажем, сообществам взаимодействовать, жить и работать. У нас работают худо-бедно, железная дорога, электричество, транспорт, связь, люди ездят, есть система образования, как-то контактируют, спорт контактирует, здравоохранение контактирует, правоохранительные органы контактируют. Все это на базе тех договоренностей, которые мы достигли. Но политики до сих пор мешают. Но есть еще выше шляпка, кажется, есть слой выше, который чисто политический. Поэтому мы живем гораздо лучше, чем абхазы с грузинами. И у нас работающие системы. В Тирасполе можно обменять леи, например. Пожалуйста, откуда они берутся? Это взаимодействие банков. Плохое, хорошее, но оно есть. Но в то же время для пересечения, допустим, для того, чтобы съездить в Тирасполь, нужно заполнить декларацию. Да. Я не буду идеализировать. Я сказал, что у нас через нашу пропасть перекинут худо-бедно и сколоченный из каких-то досочек мостик. По нему ходят люди. Я могу сказать, что мы его сделали, этот мостик. Конечно, он не идеальный. Спасибо, что хоть он и есть. Я могу честно сказать, что мы это сделали. Сделайте лучше, если сможете. И все. Раз вот столько всего сделано, вы говорите о стольких точках соприкосновения, почему мы не живем в едином государстве? Ну, вот я вам расскажу. Очень простой сюжет. Вот сейчас в Вене разговор о признании дипломов. О, боже, опять очередной прорыв, там тираспольские дипломы будут куда-то. 16 мая 2001 года, встреча Смирнов-Воронин. Мы садимся и подписываем договор о взаимном признании документов. И там четко прописаны и дипломы, и что только не прописаны, и свидетельства о браке, все виды документов. Под подпись Воронин, Смирнов, министр юстиции подписано, все. Если бы политики, как говорится, сняли тормозы, то мы бы это реализовали, и все. Только политики Молдовы? Ну, я вам скажу, как было, вот, например, очень конкретно. Вот телефонная война, вот ужасы, нет прямой связи. Да? Какие-то там схемы, кипит война. Вот план Козака, к нему прилагаются меры доверия. И когда мы договорились уже, там был такой счастливый период недели, когда еще до решения. Воронин вот так нажал кнопку, и связь восстановилась чудным образом. И столбы-то никто не взрывал, провода никто не резал. Вся система стоит. Вот политическая команда, связисты врубились, неделю связь действует. Сорвался план Козака. Через два дня щелк, рубильники на себя. Все, связь опять срухнула. И до сих пор не восстановлена. То есть виноваты только с молдавской стороны политики? Нет. Рубят с обеих сторон. Ну, есть охотники рубить с обеих сторон. И у нас вот еще один вопрос по скайпу. Правда, не звонят, а только пишут, но мы все еще в ожидании звонков. Правдиво ли мнение, что в урегулировании, как в процессе деятельности и совокупности мероприятий, заинтересовано больше людей, чем тех, которые заинтересованы в урегулировании, как в таковом? Больше. Людей, чем тех, кто заинтересован в урегулировании, так таковом? Вы знаете, я смотрю иногда соцопросы, какое место занимает проблема Приднестровья, вообще в жизни, как проблема, как вопрос жизненный в жизни молдаван с правой стороны. И слава Богу, этот вопрос не первый, не второй, не третий, а где-то 15-й, 16-й. Может, я сейчас ошибаюсь, может, я давно смотрел эти. И тут нужно сказать, что, значит, что-то было сделано в этом смысле. То есть я сам могу сказать, что после конфликта, когда первый раз пересек границу с другом, ехали мы в Кисканский монастырь, то была какая-то дрожь, да, что могут остановить, может что-то вспомнить, может какое-то слово неправильно написал когда-то. А потом это прошло. И я уже часто езжу с ребятишками на футбол в Шериф или в Тирасполь, или в другое место. И, в общем-то, конфликтов на той почве, которую можно подразумевать в результате конфликта, то есть нету этой, так сказать, бытовой вспыльчивости, каких-то
плохих воспоминаний. То есть, может, они есть где-то в уме, но люди умело огибают вот эти углы. А это еще говорит о том, что вообще по характеру здесь на правом и на левом берегу живут люди, которые могут договариваться. И то, что было, это было... Вот я все время говорю, что конфликт на Днестре 7 апреля у нас, это неправильно. То есть это не по нашему характеру и не по нашему духу. Даже во время так называемой войны, вот Приднестровской, я почти там 3 месяца, сколько это было, все это горело, да, я был все время там, как корреспондент. И я знаю, что люди просто, боевые командиры встречались с одной, с другой стороны за стаканом вина и говорили, не надо убивать друг друга. То есть обычно молдаване или те, которые живут на левом берегу, люди этой страны Молдовы все время умели договариваться за столом. Но сейчас, к сожалению, мы не потеряли этот характер. Просто то, что случилось, просто эту ситуацию, вы видите, как мы решаем. Мы же не решаем конфликт, то есть правая и левая сторона. У нас теперь 5+2 решают. То есть решают те, которым, извините, это дело совсем не важно. Если у нас у молдаван сейчас это стоит дело как бы обычного человека среди статистического жителя на 10-м, на 12-м месте, то вот этот эксперт, который пришел, чтобы решать наш вопрос, то это стоит на 300-м или 400-м месте. Ему нету дела до этого. И поэтому принципе, пока у нас единственное достижение, это то, что перестали стрелять. У нас вот вопрос к господину Люцкаю. Что было накануне открытой фазы конфликта 19 июня 91 года? Спрашивает Юрий. Знаете, в чем дело? Вот когда масса людей находится в противостоянии, ну, скажем так, противостоянии, даже еще не сталкиваясь, уже вот опыт показывает, что это нормальные люди. Просто находятся там с оружием, они возбуждены, там все там заведены, как говорится. И это не самое главное. Всегда есть 5% отморозков. Знаете, 5% людей, которые просто сумасшедшие. Которым давать в руки оружие просто, ну все, это нельзя. Их нельзя допускать к вооруженным действиям. А если они попадают в командующие, все, вы будете иметь конфликт. Это просто сумасшедшие. И они были с обеих берегов. Понимаете? Вот я вам сразу скажу. Костенко, если кто его знает, это был действительно человек без башни. Понимаете? Ну и здесь такие были соколы. А сейчас вот террас... Они бросили в решительный момент 19 числа. Они бросили людей. Они организовали провокацию. Действовали обе стороны. Понимаете? И наши костенковцы действовали, и молдавские действовали. И вот они организовали первую стычку. Но дальше пошло следующее. Стычка, таких стычек было много. Если бы ее локализовали, нет, ее сразу превратили в широкомасштабный конфликт в течение одной ночи. И это были отморозки в штабе. Уже отморозки не только на линии огня, отморозки в штабе здесь, которые махнули вот войска вперед. И войска пошли. Вот этот десяток отморозков хватило для того, чтобы организовать вот эту широкую фазу. И у нас еще один... Теперь идет вопрос такой, понимаете как? Если мы хотим примирения, то мы видим, как происходит примирение в Европе. Да, французы с немцами воевали очень много и очень ожесточенно. Потом происходит фаза примирения. Прежде всего, они выясняют, кто как воевал. То есть происходит разборка. После этой разборки происходит взаимное извинение. Так? Они не стали делить, что французы плохие, немцы плохие. Происходит церемония национального примирения. Вот с поляками со страшным трудом идет. Ну вот опять Катынь-то раскопали, документы представили. Все ясно, кто, чего, как. Ездил Медведев, извинился. То есть это фаза к примирению. Так вот до сих пор бендерские события не провела расследование ни Молдова, ни Приднестровье. Есть документы, есть свидетели, все есть. Государственные деятели с обеих стороны, вот как воды в рот набрали. Не хотим. А ведь нерешенный вопрос, он мне дает возможность примириться, извиниться. Так? Это тлеет, вот и тлеет. И никто не стремится что-то сделать.
Через 20 лет, когда уже можно считать уже это исторический срок, не проведено никакого расследования событий. Никакого. И вот у нас еще один вопрос. Если все началось с языка и русофобии, имеет ли смысл в решении конфликта убрать причину, пересмотреть закон о языке и национальных меньшинств? Язык не имеет ни малейшей вины. Вот у меня есть хороший товарищ Шорников такой, профессор. Он говорит по-румынски лучше, чем любой румын. А его выгнали с работы, невзирая на знание языка. Язык послужил орудием кадровой чистки. Ведь, например, можно провести кадровую чистку по цвету кожи. Запросто. Язык один английский, а негров всех выгнать. Выгонят. Можно провести по религиозным принципам. Все язык один, кожа одна, а вот мусульман выгнать. У нас нет религиозности, нет цвета кожи, но выдумали, что язык – средство отсечения. У большевиков был классовый принцип – всех дворян выгнать. Поэтому, если какая-то группа хочет подавить и уничтожить, выгнать другую группу, она найдет причину. Ну, любую причину. Разрез глаз, там, не знаю, как тупоконечники, остроконечники, как у Свифта. Здесь придрались к языку. В том числе те русскоязычные, которые блестяще говорили на румынском, летели впереди тех русскоязычных, которые не говорили, чтобы не позорьте, не поганьте язык. Вот так было. Вот, как ни странно, сейчас один из тех персон, кто ранее был в составе группы переговорщиков с молдавской стороны, некий Анатол Церану, сейчас ратует за объединение Румынии, Молдовы с Румынией. Вот, что? Каким он был тогда? Способствовал он ли толерант? Он идейный руманист с самого ранних периодов. Там не было вопросов. То есть тогда на переговорах он... Нет, на переговорах он выполнял служебный долг. Надо сказать, что он очень упорный, такой честный по-своему человек. Он выполнял служебный долг. Как только выходили, он говорит, да, по долгу службы я это делаю, московский меморандум и прочее. Но я считаю, что я национал-царанист, создал эту партию, и все. Но это тоже можно понять. Человек выполняет служебный долг, а идейно он так. Ну, что ж тут сделаешь? Еще один вопрос по скайпу. Вы говорили, в случае подписания плана Козака было все же необходимо не менее 15 лет. А без этого меморандума невозможно пройти те же самые 15 лет. Нет. Почему? Потому что меморандум — это не просто бумажка, это система. То есть, например, пишется, что мы объединим систему связи за 7 лет. Для этого, чтобы это приступить к начальной фазе, нужно создать объединенное министерство связи, распределить частоты, распределить доходы. И эта проблема решается, создается система. Система запускается, она начинает реализовываться. Она реализуется, ну, в среднем 7 лет. Хорошо, вот это мы ставим, что мы выполнили. В каждой системе без создания этой системы проводить мероприятия — это все равно, что вот, птичек выпускать на волю без клетки и надеяться, что они сейчас тебе вернутся. Нет, это целый завод, хаос. Это технологический это очень, цикл. Это государственные системы. С ними нельзя баловаться или играть. Поэтому смысл меморандума Козака в создании этой системы. Вот двухпалатный парламент там, и так далее. Вот налоговая система, принципы распределения. А потом идут реализации. Ну, там были пункты, о которых сейчас говорят, как о камнях преткновения. Тоже право вето, допустим, которое смутило очень многих. Право вето, оно не может быть ни хорошим, ни плохим. Понимаете? Это просто юридический принцип. И опять там в меморандуме Козака не написано, что это право вето применяться будет 100 лет или навечно. Там сказано, право вето будет идти на какой-то период. 6 лет. Ну, не 6, там, может быть, больше. Я там сейчас детали не помню. Смысл каков? У нас будет согласование законодательства. Если одна сторона будет проводить только свое законодательство, а другая сторона не будет иметь право вето. Ведь право вето было в Сенате, а не в Палате представителей. Палата представителей работала по пропорциональному принципу. В Приднестровье 20%. Но в Сенате, который регулирует Конституцию и конституционные законы, было право вето. Но в праве бюджета у нас не было права вето по бюджету. Не может быть бюджет. И бюджет — это деловой смысл. Кто-то что-то вкладывает и так далее. Но Конституцию менять без нашего согласия было нельзя. Ну, нельзя представить, что Конституция хорошая. Все с ней согласились за 20 лет, а потом мы сидим и держим право вето. Зачем его держать, если Конституция стабильно устраивает всех и гарантировала себя?
Это был переходный период. Это было необходимо на моменте согласования, создания конституционных основ. А вот сейчас Приднестровье готово жить в едином государстве, Республика Молдова, спрашивает на Фейсбуке господин Лицкой. Поймите следующее. Это не дело одного-двух человек. Это готовность общества. Я сейчас как эксперт оцениваю, что у нас осталось 10% из 100 на создание объединенного государства. И мы их теряем эти 10. То есть 90 уже исчерпали. Мы 20 лет только и делали, как работали на дезинтеграцию. Понимаете? Шаг за шагом. И я в том числе. Потому что по факту я стремился создать там как эксперт общее государство, а потом начиналась практическая работа, и мы все проходили. От той системы, которая была в 90-м году, произошла глубокая дезинтеграция. И нельзя представить, как в Тирасполе электромоторы, а в Кишиневе стиральные машинки «Аурика». Вот эта кооперация, связывающая два берега. Этих кооперативных связей нет. И дезинтеграция идет. А вот вы к чему стремились на протяжении этих 20 лет? К единому государству или к независимости Приднестровья? Поймите, что решение о создании общего государства с Молдовой принял наш Верховный Совет в 1993 году, сразу после войны. Никто не мог этим депутатам сказать, что они предали Родину или что они плохие республиканцы. Но они проголосовали за Молдавскую конфедерацию. Я как эксперт, как дипломат, я же не измышлял ничего. Я имел решение своего высшего органа и должен был его реализовывать в деталях. Вот мы и реализовывали, я считаю, что документы мы делали хорошие. У нас это решение отменил Шевчук где-то в 2007 году. Так вот. До этого действовало законодательное решение по общему государству с Молдовой. Ну вот многие еще спорят... Шевчук тогда был спикер. На тему названия конфедерации, федерации, унитарное государство. Вот насколько споры на тему названия способствуют урегулированию? То есть студентам, не юристам ли... первого курса. Это проблема для студентов, юристов первого курса, которые еще ничего не учили, но уже что-то спорят. Нас возили по Европе, экспертов Молдовы и Приднестровья, все это четко показали, что название – это последний этап. Сначала определяются полномочия. Суть. Они зафиксируются, а потом вешается название. Итого мы имеем автономии в Испании, которые имеют полномочия выше, чем любой субъект конфедерации. А имеем конфедерацию Швейцарии, в которой кантоны – это типичные федеративные объединения, конфедеративных элементов, не имеющие. Поэтому названия иногда исторические бывают, иногда фантастические. Все дело в наборе компетенций. И у нас еще один вопрос от Николая. Известно, что кое-кто из миссии ЮБАМ предложил присваивать машинам из Приднестровья номера с указанием ТН, Транснистрия. У вас готовы люди называться Транснистрия? Я еще раз говорю, тот, кто предлагал в ЮБАМе, он понятия не имеет, что такое Транснистрия. Он простой таможенник-юрист. Я вас прошу, ты за Антонеску или против? Он понятия не имеет, какая была Транснистрия в реальности. Он просто тупо переводит термин Приднестровье на английский там и какой-то язык. Я ему скажу, ты хочешь Транснистрию с центром в Одессе? Вперед, иди добейся этого, тогда мы согласимся. Поэтому человек, узкий специалист, не понимает термин, не понимает его исторического развития, так? И что-то там предлагает. Он предлагает типичный европейский регион. Любой регион Европы, пожалуйста, спокойно вешает рядом с национальным флагом региональный герб и катается. Это он дома это увидел. У нас это неприемлемо. Ясно. И у нас есть первый дозвонившийся. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Да. Алло. Вы в эфире, говорите, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос гостю передачи Валерию Анатольевичу. На ваш взгляд, как лично вы видите разрешение приднестровского вопроса? Хороший вопрос. Алло, здравствуйте. Спасибо, да. Спасибо вам за вопрос. Я могу сказать, я уже называл три причины, которые лежат сейчас в основе раскола.
если подходить с чисто технической стороны, нам нужно прекратить процесс дезинтеграции. Просто оглянуться и не строить каких-то воздушных замков, посмотреть то, что работает на разъединение. И попытаться одну или две причины постараться затормозить этот процесс, хотя бы затормозить данное время. Если удастся создать какую-то базу, какие-то точки роста, которые в интересах обеих сторон, эти точки роста нужно зафиксировать и выполнять. Простейший пример. Вот есть река Днестр. Левый, правый берег не в состоянии этой рекой пользоваться в одиночку. Нет никаких органов, которые бы регулировали экологию, там, судоходство или прочее использование реки Днестр. Все говорят «надо», и никто этого не делает. Хотя ясно, что это в общих интересах. Вот такие точки роста надо и заняться. Найти их, пусть вначале будет 3-5, и потом их потихоньку выращивать. К сожалению, все идут по пути юризма. То есть берут юридические какие-то принципы и начинают их сверху вколачивать в жизнь. Они очень плохо прививаются, и все говорят, вот тяжело идут переговоры. Не с того конца они их ведут. У нас еще один вопрос по скайпу, правда, уже не звонок, а нам пишет Юрий. Существовала информация о том, что в Тирасполе господин Шевчук в тот день, когда премьер-министр Молдовы господин Филат находился в Москве, господин Шевчук ожидал, сидя в Тирасполе, звонка из Москвы для того, чтобы поехать в Сочи, встретиться с Филатом. Правда ли это? Слышали ли вы что-нибудь об этом? Знаете, это вот типичное рассуждение, ну как сказать, поласковее. Ну, скучающих людей, да, вот он сидит и скучает. Я бы сразу спросил, зачем ему лететь в Сочи, чтобы встретиться с Филатом, когда они живут рядом, через речку, они могут встречаться 10 раз в неделю. Если лететь к Путину, то надо знать, кто такой Путин. Это очень деловой человек. Если нет документа для подписания, то никто к нему не попадет. Филат приехал не с фантазиями, с конкретными проблемами. Среди них приднестровских годных для решения не было. Поэтому присутствие Филата понятно, а присутствие Шевчука в качестве кого, зачем? Нет, это не для Путина, он не любит этих вещей. Есть подготовленный документ, ты не захочешь, а приедешь. Нет документа, ты будешь 100 раз хотеть, не попадешь. Поэтому у Филата была программа деловая, а в отношении Шевчука не было. Поэтому он никуда и не поехал, и сидеть ждать, ну... Если Путин получал бы предварительный проект документа, то Филат и Шевчук приехали бы за 2 дня туда. Понятно? Они сидели бы, ждали чего-то. Это какие-то фантастические понятия о системе работы Путина. И у нас тут еще один вопрос. Мосты через Днестр должны объединять или разъединять? Спрашивает Владимир. Кого? Вас. Слава тебе, Господи, мосты соединяли, соединяют и будут соединять людей обеих берегов. Кроме того, несчастного случая, когда 2 моста были взорваны. Но даже тогда оставалось 5 мостов, через которые люди ездили спокойненько друг к другу. Поэтому, если мы так вот живем, то мы должны, имеем и будем иметь мосты всегда. Это очень объединяющий фактор, и он, слава Богу, есть. И возвращаясь к предыдущему вопросу, вот один наш тоже бдительный зритель спрашивает, то есть вы думаете, что Филат приехал к Путину без плана? Не пускают к Путину без плана. Это не Ельцин. Это просто вопиющее незнание системы работы Путина. Ведь он не первый год. Путин — это четкий, эффективный менеджер, как он говорит, раб на галерах. Обязательно идет предварительная подготовка, докладывается повестка, докладываются предварительные решения. Понимаете, рядом с Путиным вот так сидели, я объясняю, вот сидит Карасин, отвечающий за МИД, да? Сидит посол в Кишиневе, который не даст в сторону вильнуть, потому что он на месте сидит. Сидит Газпром, Миллер, ему это надо, но он сидит, потому что вопрос газовый здесь. Сидит Ушаков, готовивший встречу, помощник по международным делам. Сидит этот министр энергетики, который дал. Это все рабочие люди, они работали как пчелки, готовили Путина. Так?
И с молдавской стороны там сидели, Лазар сидел. Что же он сидел? Просто так, но он же готовил. Но вернулись без ничего. Это вам так кажется, что без ничего. Они обсудили вопросы, они приняли решение. Может быть, они не нравятся молдавскому руководству, поэтому о них помалкивают. Но решение Путин вынес. Все, повестка отработана. Он доволен. Путин доволен. Какое решение, которое не нравится молдавским властям? Ну вот 4 миллиарда получите. Все, кончен вопрос о разделе. Мы с вас возьмем 4 миллиарда. Нравится? За приднестровский долг? Да, вам не нравится. Это ваши проблемы, мы их возьмем. Это Путин принял решение. По итоге подготовки своих людей. Вопрос в пункте есть. Филат высказал свою позицию, Путин свою. Все, решение принято. И подытоживая, подводя итоги сегодняшнего... Нет, у нас есть еще один дозвонившийся. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к гостю. Вот... Если приднестровцы будут голосовать в молдавский парламент, как вы думаете, в Молдове будет проевропейская или прорумынская власть? Еще раз, пожалуйста, вас очень плохо слышно. Повторите, пожалуйста, вопрос. Еще раз? Да, будьте добры, повторите вопрос. Если приднестровцы будут голосовать в молдавский парламент, как вы думаете, в Молдове будет проевропейская или прорумынская власть? Во-первых, приднестровцы уже голосовали. В Верховном Совете в начале 90-х годов Приднестровье имело 47 мандатов. И депутаты Приднестровья заседали, голосовали и участвовали в законодательной деятельности. Иногда им удавалось чуть-чуть влиять на принятие решений, иногда нет. Но они участвовали вплоть до начала войны. Первый сюжет. Второе. Приднестровье имеет по всем демократическим нормам какой-то процент участия. То есть мы в парламенте Молдовы будем заведомо иметь меньшинство, одну фракцию. Может быть 10, может быть 20%, но никак не больше. Поэтому и возникла идея создания верхней палаты, где Приднестровье имело бы больше веса, чем позволяет процентный состав населения. Поэтому иллюзий сделать никаких не надо. Приднестровье не может... изменить геополитический или принципиальный выбор Республики Молдова. При самых, так сказать, больших напряжениях своих ресурсов. Просто состав населения надо учитывать ясно, четко и без иллюзий. Я даже не верю, что мы сможем объединить всех русскоязычных правобережья. Я считаю, это абсолютная фантазия. Потому что нет никаких русскоязычных, а есть национальные общины. Есть украинская, есть болгарская, есть гагаузская. Все. Они имеют свои интересы. За 20 лет они уже сконсолидировались. И русскоязычный – это этнографический термин. Он не дает никакого политического содержания. Приднестровье не сможет объединить гагаузов, украинцев, болгар всех в единую силу. Не может. Поэтому никаких иллюзий не должно быть. В лучшем случае 15-20% влияние на ход событий мы оказать не сможем. А вы как считаете? Для меня эти юридические вопросы, проценты в Сенате, проценты в Палате представителей, это... Я такие вопросы, проще говоря, не разжевывал. И, возможно, у нашего зрителя есть еще один вопрос. Мы вас слушаем. Молодой человек. Молодой человек у нас в эфире. Если есть у вас вопросы, мы вас слушаем. Если нет, мы вас благодарим за то, что вы позвонили нам. Да, спасибо. Я свой вопрос задал. Спасибо вам большое. Подводя итоги, вот вы видите Тирасполь и Кишинев в общем каком-то государстве, есть ли у них общее будущее, перспективы какие-то? Вот вы, господин Ренец, и господин Люцкай. Знаете, в чем дело? Мы настолько вот есть инерция юридических мыслей начала 90-х годов, которые вот крутятся и навязывают. Они уже давно устарели, они уже давно выпали из реальной жизни, но все равно это крутится и крутится. Как это выглядит? Вот существует Приднестровье как
какую-то народохозяйственную общность. Вот существует Молдова, правобережье, как историческая, культурная, национальная, там, экономическая общность. Вот мы живем рядом. Мы можем убежать друг от друга абсолютно. Ну да, можно построить китайскую стену вдоль Днестра, обрубить все связь, все это дело, и тогда мы, конечно, можем жить абсолютно разделено. Это абсолютно тупая фантазия. Мы обречены иметь многочисленные связи. Просто в силу географических, экономических положений. Я уже не говорю межчеловеческих. Нам сейчас начинают рассказывать. У вас единственная форма объединения – это унитарное государство и все прочее. Когда во всей Европе происходит глобализация на других принципах. То есть происходит соединение регионов, не обязательно на принципы строительства государственных там, институтов, властей, армии и прочего. Происходит слияние на другой основе, прежде всего экономической, по интересам, и появляется то, что называется Европа регионов и объединение регионов. Это тенденция главная. И поскольку эта тенденция в самой Европе главная, понятие национальное государство и национальный суверенитет там считают устаревшим. Уже лет 15 назад. А здесь у нас все носятся. Национальный суверенитет, национальное независимое государство и так далее. Поскольку эта тенденция идет против мировой тенденции, мы сидим в результате ни вперед, ни назад. Мы не проводим, мы кричим «европейцы», мы европейские принципы проводим. А создать еврорегион мы не в состоянии. А ведь еврорегион и является основой. Не так происходило Европейский Союз, что создавалось сверхгосударство. Происходило объединение, кооперация, этап за этапом. Они сейчас вовсю так делают, предлагают нам, мы кричим, что мы, вот, например, беру евроориентированные люди, а применить на практике не можем, не желаем, даже тупо смотрим на старые модели. И ясно, что на старых моделях мы не можем сделать ничего. То есть... Вы склоняетесь больше к мысли, что нет. Я считаю, что если мы займемся хотя бы европейским принципом интеграции, у нас есть шанс. Спасибо, господин Вернеца. Как считаю? Если я считаю, что есть шанс, он всегда сохраняется. Сколько мы будем вот жить бок о бок, этот шанс будет сохраняться. Но мы не должны, извините, морочить друг другу голову. А если каждый регион, каждый берег сконцентрируется на жизни человека, чтобы его поднять до нормальных стандартов экономических, чтобы ему было свободно и политически, и экономически, тогда многие вопросы отпадут сами по себе, и можно будет только просто потихоньку убрать эти декларации на границе. Блоки, убрать бетонные, посты, это уже как бы все меньше. Но это проявление, вот это проявление внешнее, да, через блоки, через искусственные преграды, это есть выражение самих систем с правого и с левого берега. То есть они больше заботятся о так называемых государственных интересах, чем о интересах человека, который живет в этом государстве. Если бы мы сконцентрировались на то, чтобы мы жили хорошо, да, то эти проблемы показались нам искусственными или выдуманными. А раз нам у нас интересы немножко другие, а не как поддержать своего человека, чтобы он жил хорошо, тогда мы занимаемся другими, иногда большими пустяками и говорим о каких-то прорывах. Я вам сейчас приведу короткий очень пример, особенно для зрителей. Нас привезли, как экспертов Молдовы и Приднестровья, показать процесс урегулирования Северной Ирландии. Нас привезли на границу, и мы увидели доты, надолбы, такие куда там до Бендер, просто линия Маннергейма. Что это? Это укрепленная граница, потому что были террористы. Где же люди, которые охраняют? Их нет. Граница открыта, но мы не стали это разрушать. Пусть стоит. Мы спрашиваем экспертов, которые работали там. У вас были проблемы? Да, у нас было там порядка 100 проблем. Как вы их решили? Они четко сказали, мы не могли их решить сами. 70% проблем решены через европейское законодательство. То есть принимались еврозаконы, в том числе для них.
которые обе конфликтующие стороны воспринимали четко и выполняли. Вот это решение через надинтегративные моменты, надконфликтные, позволяло им растянуть все эти дела. И вот то, что для людей. Я сейчас их спрашиваю. Вот сейчас через границу могут проехать террористы? Вы не обыскиваете машины? Они говорят, пусть лучше 100 человек проедут бесконтрольно, спокойно, и пусть проедет там 2 террориста, но мы этих людей беспокоить не будем. Пусть люди едут спокойно. Мы террористов постараемся поймать другой системой, но на границе мы людей уже не тормозим. И у нас еще два вопроса от Дениса. Первый вопрос. Кого из ваших коллег-переговорщиков с молдавской стороны вы цените больше всего? И второй вопрос. Как повлияет на Приднестровье запрет коммунистической советской символики? Ведь на флаге и гербе присутствуют символы тоталитарного коммунистического режима. Начнем с символов тоталитарного режима. Я вам скажу, что мы тогда всегда говорили, на гербе Австрии есть все это, и серпы, и молоты. Сами по себе символы не являются ни признаком тоталитаризма, ни их отрицанием. Это просто символы. Их можно использовать для тоталитаризма, можно против. Поэтому есть просто инерция, что вот обязательно принцип тоталитаризма. Вот на китайском флаге нет серпа и молота, но это, дай бог, всякому тоталитарное государство. А вот у нас есть, мы, значит, тоталитарные, хотя у нас идут нормальные выборы. Поэтому символы надо правильно понимать. Есть символ, а есть суть. Не нравится тоталитаризм, боритесь с сутью, а не с внешними признаками. Ну, по поводу переговорщиков. Ну, я могу сказать, что мне повезло в определенной степени. Не менее 10, как говорится, я считаю, выдающихся юристов-дипломатов Молдовы в разное время работали в переговорном процессе. И у нас не менялись люди. Они менялись довольно часто. Я очень тепло вспоминаю Николая Смакеску. Он был первый руководитель и заложил все основы работы этого механизма. Я могу вспомнить Михая Бушуляка, Михая Петраки. Вот они, два Михая. Очень много и хорошо работали. Василий Шова и Василий Стурдзе. Тоже два Василия. Каждый по-своему. Они работали очень много. Я могу сказать, что это просто очень разные по политическим убеждениям люди. Но когда касалось работы, это были честные, высококвалифицированные специалисты, которые все силы вкладывали, чтобы добиться компромисса и сделать это в виде красивых документов. Передаю им привет. Слава Богу, они все живы, живут в Кишиневе. Вот. Спасибо за вопрос еще одному нашему активному зрителю. Вот он интересуется, за рубеж вы с каким паспортом выезжаете? Российский. Очень просто. Я российский паспорт, я российский гражданин. Слава Богу, я родился в Калинине, в Твери, так что у меня проблем с гражданством не было. И обычный паспорт. Все. И еще один вопрос. Многие части общества вас воспринимают без обид как сепаратиста, а часть как защитника государственности. Чьей? Чьей государственности вот. Вопрос? Человек интересуется, вы кем себя воспринимаете и как вы себя сейчас чувствуете в Тирасполе после того, как не занимаете должность главы МИДа? Чувствую себя хорошо, потому что 20 лет стресса, то есть конфликтное регулирование, это худший вид дипломатического стресса. Там выдерживают по 2-3 года, вот в Молдове 12 человек сменилось, я все один. Это просто сверх... Я пенсию 60 лет, я дослужился, с меня пока вы хватает. Вы сейчас полностью ушли, отошли от политической жизни? Я есть ассоциация внешней политики. Я занимаюсь, как говорится, экспертной работой внешней политики вот, на общественном, НПОшном уровне. В государственной структуре вы... Ну, если государственные структуры меня спрашивают консультации, то я, как говорится, эти консультации оказываю. Все. Что касается слова «сепаратист», видите ли, в каком-то смысле это даже не ругательно, как диссидент. Можно диссидента называть ругательно, так, как Андропов там, диссидент, там, враг народа. А можно считать хвалебным, вот диссидент, смелый борец. Сепаратист само по себе слово нейтральное, ну, не хорошее, не плохое. Ну, по отношению, например, к румынистам, я тоже, государственники Молдовы тоже сепаратист. Сепаратист.
Субъективизм зависит от контекста. Что касается защитник государственности, я могу смело сказать, что да, я защитник государственности Приднестровья в первую очередь. Так? И я строил систему общего государства с Молдовой. То есть я был, защищал 15 лет общее государство. И в виде общих документов, и в виде конкретных протоколов и так далее. Поэтому общее государство, да, я согласен. Я тут это проводил на основании законодательных решений, на основании президентских меморандумов, на основании своих протоколов. Я тут вложил очень много сил. Если бы эта система сейчас действовала, держит ее политики, мы бы сейчас имели достаточно развитую систему связи. Но не более. Но не более. Мы имели бы перспективу. Я же не могу решить все проблемы на 100 лет вперед. Свою долю вот за 15 я решил. Если их применять, то было бы перспектива еще в течение какого-то довольно короткого периода добиться от этого полноценного общего государства. А сейчас вот, вот честно, последний вопрос уже по скайпу. Вы чего ожидаете от переговоров, которые имеют место сейчас, вот между Кишиневым и Тирасполем, и господин Рницей, и господин Рыцкой? Нет никаких переговоров. Ну, то понимаете, как... Используют журналисты этот термин, используют в отчетах представителей, вот идут переговоры. Посмотришь по повестке, переговоров нет. Это пожарная команда, которая, как говорится, в аварийном, в авральном режиме затыкает дырки в канализации или там в водопроводе. Вот там проблема, они мечутся. От проблемы школ они мечутся к проблеме поездов. Это разве работа дипломатов? Это разве может дать полноценное регулирование? Это пожарная команда. Нужно это делать? Нужно. Может это решить проблему? Не может, в принципе. Можно это назвать переговором? Нельзя. Это обычная работа кризисных менеджеров. Понимаете? И ждать от того, что здесь появится какое-то чудо, в принципе, нельзя. Они стараются. Ну и что? Господин Верница, вы взгляд из Кишинева как оцениваете? Ну, я не знаю, чтобы что-то началось решаться в этом смысле, то ли нужно, чтобы к власти пришли скажем так, левые силы или те силы, которые симпатизируют более Востоку, или пришли силы, которые будут представлять настоящую Европу. А у нас теперь, к сожалению, не те и не другие у власти. И поэтому ждать от Кишинева каких-то конкретных шагов по урегулированию я не вижу. У меня нету таких ожиданий. Вот есть хорошо защищенные унионистские марши, хорошо защищенные этой властью. И они проникают то на север Молдовы, то на юг, то, не дай бог, опять острие повернется к востоку. Поэтому это имитация процесса. И знаете, как говорят, что лучший, то есть враг правды – это не ложь, а подобие истины. Вот, господин Люцкай, ваша цитата, вам принадлежит цитата, что есть два труда, которые нельзя пересматривать. Это Библия и Коран. Вы остаетесь при этом мнении? Я могу следующее сказать. Это очень уже древние книги. Так? Я сейчас не буду касаться религиозных аспектов. Я могу сказать, что многие, как называется, еретики, да, или как их обозвать, вольнодумцы, пытались подкорректировать Библию, подкорректировать Коран. Так? Пытались. Ничего не получилось. То есть есть масса ересей, которые корректируют базовые принципы религии. Так? И за тысячи лет ничего не получилось. То есть короткая вспышка, короткие спекуляции, и Библия осталась такой, как она есть. И Коран остался таким, как он есть. И я убежден, что в будущем могут быть какие-то святотатцы. Они будут пытаться это делать. И это опять закончится короткой вспышкой и нулем. Опыт показывает. Есть вещи, которые корректируются. Например, там теория относительности. Но вот стихи Пушкина, которые не Библия, скорректировать нельзя. Приходится читать Пушкина таким, как он есть. Может, хочется там запятую от себя. Но нет, стихи Пушкина не дают. Вот так.
Многозначительно сказал господин Лицкай. Напоминаю, что у нас сегодня в студии гость был Валерий Анатольевич Лицкай и эксперт, которого выбрал в качестве визави Валерий Реницы, журналист Валерий Реницы. На сегодня на этом все. Вы можете оставлять свои предложения, вопросы по скайпу, на фейсбуке и присоединяться к нам, позвонив нам по скайпу. Спасибо вам за внимание, спасибо, что были с нами, спасибо за звонки и ваши вопросы. До свидания. Спасибо. Спасибо, что были у нас в студии.